останется этого апостола Павла, чтение. Давайте, я не хочу вас не видеть, я кратце наше, типа, удобно, там, ушась, и спаси боли, продолжа, и все мои все, крестишися во угла, цепил боли, и все тоже, брашно, духовное, я думаю. Богдан! Развлекательный центр Бермуды сегодня организовал торговлю для жителей нашего города на прудах, выездную торговлю. Мы здесь сделали разные мероприятия, разные конкурсы. Торговлю будут шашлыки. Для детей сделали, опять же, то же самое, конкурсы. Бесплатный чай, разные пряники, ну и всякие всевозможные подарки. Вот люди пришли сегодня, приехал батюшка, освещает. Люди некоторые даже соизволили искупнуться. Поэтому я думаю, что будет весело. Будет очень много, как вы видите, людей сейчас уже пришло. Вот будут все люди отдыхать, отмечать этот праздник. Ну и опять же, это общение в эти сложные времена. Это нужно, просто нужно для людей.